администрацию президента, прошу в ближайшее время внести предложение по организации эффективной системы идеологической работы. Свои уроки должно вынести Министерство образования. Проработайте предложение по организации воспитательной работы в учреждениях образования всех типов. Если необходимо, продумайте вопросы вузовского самоуправления, но в пределах разумного. Напоминаю, средства массовой информации должны быть проводниками государственной идеологии, а журналисты – самой государственной категории специалистов.